Во дворце спорта «Юность» вновь начал работать зал с бассейном. Накануне для юных спортсменов здесь прошли первые занятия после капитального ремонта потолка. Теперь бассейн работает в прежнем режиме. В помещении провели генеральную уборку, наполнили чаши бассейна водой и запустили процесс фильтрации. Все показатели воды соответствуют норме. Ребята будут заниматься по расписанию. Напомним, во время ремонта крыши дворца спорта «Юность» в этом году произошла протечка кровли. Занятия у воспитанников «Юности» временно проходили в бассейне спорткомплекса «Олимпиец» и в бассейне школы номер 82.